Здравствуйте, меня зовут Евгений, я сервисный инженер компании NPM. Меня часто спрашивают, а действительно ли пластиковый штуцер устройств розлива Пегас прочен? Сегодня мы проведем эксперимент. Для этого мы установили штуцера, применяемые в устройствах у розлива, на испытательный стенд. Так как мы используем в устройствах не только штуцера, но и пластиковые гайки, покажу, как она проскальзывает непосредственно. Гайку очень сложно сломать в устройстве. Я бы сказал, даже невозможно, потому что при очень сильном закручивании происходит проскальзывание, что не позволяет повредить непосредственно гайку. Для испытаний мы возьмем человека весом 70 кг, который спокойно перемещается по штуцерам наших устройств. Испытывающий весом 100 кг. Смотрим на результаты эксперимента. По результатам испытаний, пластиковые штуцера устройств Пегас выдерживают наиболее экстремальные нагрузки.